Перед вами, ребята, было две команды, которые выступили прекрасно, получили по 5 баллов. У вас есть шанс взять 6 баллов. Нужно чем-то удивлять. Уважаемые жюри, не берите пример с меня. Кому будем благодарить? Хотим сказать спасибо президенту Одесской юридической академии Сергею Васильевичу Кивалову и лучшему факультету гражданской и хозяйственной юстиции, социальной сети ЕСВЕЙ, Игорек, мы, кстати, тебя там тоже зарегистрировали, и бренду Лагрима, это уникально смакова олія. Лагрима – энергия в кожній краплині. Також ми хочемо подякувати мережі магазинів iElectronics. iElectronics – це найкращий вибір БУ та нової техніки Apple з гарантією якості та доставкою по всій Україні. Мережі кав'ярень Starwin Coffee в обличчі Вільотніка Ярослава. Starwin Coffee – це успішна франшиза, про яку ти мрієш. І, звісно ж, сім'ї ресторанів файного міста Тернопіль. БУ техніка, Жека, спасибо, ребят, телефон. Удачі, ребят. Спасибо, погнали. Всем привет! Привет, привет, друзья! На сцене пошло-поехало! Наша тема «Шерлок». Кстати, у кого-нибудь есть какие-нибудь версии, почему именно нам досталась эта тема? Возможно, потому что Шерлок постоянно на чем-то сидел. Возможно. Так, кто из вас будет Шерлок Холмс, кто Ватсон, определяйтесь. Я буду играть доктора Ватсона. Почему? Потому что, в отличие от Шерлока Холмса, я очень плохо разбираюсь в людях. Почему? Кто тебе сказал? Ну посмотри, кого я взял себе в команду. Отсырел. Так, окей, ты доктор Ватсон. Ха! Тогда я буду играть Шерлока Холмса. Тем более, что камбербэтч мой самый любимый сыр. Что? Слышь ты, камбербэтч, ты хоть знаешь, что такое дедукция? Естественно. А ну, продемонстрируй. Ну вот, к примеру. Седьмой ряд, 21 место. Так. Человек-алкоголик, тунеядец и бьет свою жену. Почему ты так думаешь? Это мой батя. Андрей, это не дедукция. Дедуктивный метод – это умение по деталям собрать полную картину происходящего. Вот. По деталям? Пожалуйста. Забили мы корову в день рождения, и поделили тушу, мы же семья. Отцу окорока, сестре копыта, маме вымя, брату шея. А мне глаза вообще невкусные, как слезы. Все, 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 достаточно. Спасибо. Спасибо, достаточно. Окей, ты Шерлок Холмс. Главное, что ты доктор Ватсон. Все. А я буду играть всех остальных персонажей. Это почему? Ну, потому что мне все равно, кого играть и с кем выигрывать. Ого, что даже с нами? Конечно. Лига смеха – это же не холодец, тут ноги не главное. Ну что, давайте, вы начинаете, я пошел переодеваться. Ватсон, что там сегодня в криминальной хронике? Пишут, что отравили российского разведчика, ныне гражданина Англии. Но Россия заявляет, что они здесь ни при чем. Да что они травят? Ну травят, что не травили. Пусть не травят, травили, травили. Мистер Холмс! Мистер Холмс, я вам тут приготовила чай, бутерброд с маслом и рэп. Я родилась в Дублине на окраине города. Консервативные взгляды рано ударили в голову. 15 модель и покатилась в 16 панель. Так, стоп, стоп, миссис Хадсон. Стоп.
Все, остановилось, все. В общем, рэп не надо, а вот чай с бутербродами оставьте, пожалуйста. Шерлок, я дико извиняюсь, но с кем только что вы разговаривали? Это же миссис Хадсон. Да, что? А, секундочку. Доктор Ватсон! Сколько лет, сколько зим мы с вами не виделись, а? Помните, когда мы последний раз виделись? Помните? Нет. Ну, когда вы в закрытом гараже машину прогревали. Ладно, все, не буду вас отвлекать, там Лестрейд стучится, пойду открою. Лестрейд. Здравствуйте, Лестрейд. Заходите. Что вы делаете? Зачем вы раздеваете миссис Хадсон, Лестрейд? Лестрейд, заходите. Да сейчас, подожди. Вот так в трусах и заходите. Да подожди ты, все, сейчас усы наклеиваю и захожу, все. Мистер Холмс, мое почтение. Здравствуйте, инспектор. Нет, спасибо, я его вижу. Здравствуйте, Лестрейд. Здравствуйте, Ватсон, здравствуйте, Холмс. Полиции Скотланд-Ярда вновь понадобилась ваша помощь, ваша феноменальная дедукция. Ой, так какая дедукция? Это старый метод. Сейчас все пользуются новым. Методом Даши следопыта. Это что за метод? Пожалуйста. Надо найти треугольник. Вот он! Он висит на дереве! Да, вот он! Он висит на дереве. Ватсон, вся надежда на вас. Скажите, пожалуйста, если на улице тепло, а человек холодный, о чем это нам говорит? Я думаю, это говорит о том, что человек мертв. Да вы что? Серьезно? Черт, господа, у нас труп! Господа, у нас труп! Все за мной быстро на Дайнинг-стрит! Сочи, Лестрейд! Что? Попросите у миссис Хадсон, пусть уберет со стола. Хорошо, подожди, давайте не будем звать миссис Хадсон, я сам уберу, потому что мне еще... Ну, мне еще в труп переодеваться. И почему все люди думают, что из нас троих помощь нужна только мне? Ватсон, стойте! Здесь следы. Его убили два велосипедиста. Андрей, это следы от моей коляски. А, да. Извини, извини. Так, Холмс, что мы можем сказать о жертве? Пиджак дорогой. Конечно, я ж зарабатываю. Но несрезанный ценник говорит нам о чем? О том, что человек не настолько богат, каким хочет выглядеть. Слышишь, ты, что думаешь, самый тупой, самый умный, что ли? Все, короче, искать надо этого профессора Мориарти, все. Но где искать этого профессора Мориарти? Где профессора можно найти? Где? Где можно? На кафедре. А что такая кафедра? Да, с интеллектуальной инвалидностью далеко не уедешь, конечно. А что такая кафедра? Ну, серьезно, интересно. А в это время на кафедре Лондонского государственного университета имени Олеся Гончара. Вот, пожалуйста, в степени N, где N — это неотрицательное целое число. Правильно, Оля, молодец. Да, это формула для разложения на отдельные слагаемые неотрицательные целой степени суммы двух переменных. Умница. Ага! Попался профессор Мориарти. Ватсон, мы нашли его. Холмс, ну как вы догадались, что это профессор Мориарти? Метод Даши следопыта меня никогда не подводил. Вот он, желтый треугольник. Черт, на такой мелочи прокололся. Ха-ха, ну что, пришло время добавить немножечко динамики в выступление. А какой же детектив без погони? Наш. Лестрейд! Лестрейд, ловите его! Да, что он уходит? Сейчас ловлю, да. Сейчас, вот так, а ну стоять, иди сюда. Что, где? Где он? Только что тут был, где?
А, туда, все. Ага. Иди сюда. Ты... Ага. А, стоять, не трогайте меня. Вы что? Что? А ну иди, давай. А, тебе. А, ста... Что вы делаете там? Перестать. А, не... Ну, не... А. Я родилась на крайне Дублина, я и шмальнуть могу, понятно? Игорь, Игорь, заканчиваем этот цирк. Дорогие друзья, ну и что вы хотели сказать в конце? Как видите, мы можем показать абсолютно все, ведь наша команда с безграничными возможностями. Но чтобы вы понимали... Но чтобы вы понимали, насколько, вот на зимней Олимпиаде олимпийская сборная привезла одну медаль, а паралимпийская уже выбрала больше 15. И вот думаете, да, за кем в Лиге смеха будущее? Для вас выступала команда «Пошло». Поехала. Полетела.